Вот такая прелесть бегает у нас по лесам Ленинградской области. Кстати, некоторые даже говорят, что в Ленинградской области медведи есть. Да ну, типа врешь. Что-то белое, да? Не может. Да. Спи, малыш, спи. И тишина. Так и хочется петь баю, бабушки. Дикое животное, они вообще очень крепкие. Природой в ней столько жизни заложено. А это же здоровый, нормальный, хотел сказать парень. Парень, не знаю.